От объединения нескольких уездов до крупного промышленного центра, в котором аккумулируется экономическая и научно-техническая мощь России. Самарский регион отметил 171 год со дня основания. С праздником жителей поздравил губернатор Дмитрий Азаров. Я сегодня, в этот день, хочу искренне поблагодарить всех жителей Самарской области, которые своим трудом создали и сегодняшний день. И заложили прочный фундамент развития нашего региона, которые ответственно, честно трудятся на благо своей семьи, на благо нашей великой Родины. Глава региона наградил победителей и призеров квиза «Славься, Самарская наша земля». В интеллектуальных соревнованиях на знание истории региона приняли участие команды из всех 37 муниципальных образований области. Знатоками родного края признали команду Волжского района. Участники признались, что хоть задачи и справились успешно, но были вопросы, над которыми пришлось серьезно подумать. Например, вопрос о том, кто делал оборудование для стартовой площадки на Байконуре. Как бы традиционно ассоциации приходят у всех, что это завод «Прогресс», да, но «Прогресс» запускает ракеты, а не стартовую площадку готовит. Ну и вот как-то пришло мне в голову, что у нас есть в Сызрани прекрасный завод «Тяжмаш», да. Вот, я думаю, и мы долго сомневались, поставить ли дополнительный коэффициент, 3 балла или 2, и ставить ли, в итоге поставили 3, я думаю, это сказалось. Бесценным достоянием самарской земли являются многонациональная культура и самобытные традиции, мир и добрососедство разных народов. Поздравили самарцев с днем рождения губернии и главы регионов Приволжского федерального округа, а также творческие коллективы из Башкирии, Марий-Эл и Татарстана. Светлана Кудрявцева, Николай Сидоров. События.